Личный пример. Звезды спорта и Молодежная федерация воркаута запустили уникальный проект. Возможность плечом к плечу позаниматься вместе со своими спортивными кумирами теперь будет у всех желающих. Известные белорусские атлеты и спортивные команды планируют проводить тренировки под открытым небом и вдохновлять молодежь на занятия спортом. Такие мастер-классы, а главное, личный пример – лучшая мотивация для желающих вести спортивный образ жизни. Идею поддержали Дарья Домрачева, Анна Гуськова, Чингис Алазов, Андрей Кулебин и другие известные спортсмены. Воркаут – это новое как бы для Беларуси, но это полезная и нужная вещь для нашего поколения, нового нашего поколения и для детей, и для молодежи, которая просто… Некоторые даже не знают, чем заняться. Посмотря там какие-то видео, интернет-видео в Ютубе, они могут понять, что просто можно саморазвиваться, выходить на турники и работать.